Вообще стрёмно так. Делаем хорошее дело, а пасеки. Ребят, всем здорово. Сегодня будет такой необычный ролик про один такой очень известный канал, как Ильдар Автоподбор. Ильдар Сибгатуллин, который занимается подбором автомобилей, помогает людям делать машины, восстанавливать машины. У него есть рубрики «Оживление мертвеца», ну и так далее. Все вы его знаете. И есть еще такая рубрика, где он дарит свои машины. Вчера посмотрел такой ролик в интернете Ивоны. И реально, как бы не мог остаться равнодушным, не записать видео с благодарностью со своей стороны за такие дела, которые он делает, дарит машины людям, которые не могут себе позволить их купить, либо люди с ограниченными возможностями. В таком ролике, который я увидел, реально даже меня растрогал и прям вот чуть ли не до слез. Я, короче, написал. Я ему часто пишу под видео комментарии о том, что ты реально лучший блогер. Лучший блогер, чем все остальные, которые там есть возможные. Я могу перечислить их даже, и мне стыдно не будет. Такие, как Дима Гордей, Эдвард Билл, Литвин и все остальные, которые просто делают контент веселый для людей. Да, всем весело. Но то, что делает Эльдар... Это высший уровень для Ютуба, который может быть. Тут просто топовые супер видео. Мне они безумно все заходят. Я смотрю все выпуски, которые только выходят. Слежу также за Toyota Camry, которую он собирает. Слежу, как они собирают свою посылку, эту машину. Не буду говорить название. Вот. И всегда ролики его выходят прям топ ролики. Я не знаю, это, ну... Я просто к чему? Мне просто так понравился вот этот ролик, который сейчас вы видите на своих экранах, что я решил вставить его в свой канал. Не знаю, может, меня заблокируют этот ролик, может, еще что-нибудь сделают. Но просто чтобы до Эльдара дошло, что люди смотрят тебя так, и все любят тебя, все уважают тебя, как татарчонка. Ты молодец. Особенно вот этот момент я хочу, чтобы вы его посмотрели. Как он вручает машину и как встречают его люди. Привет. Да, ну да. Здорово, здорово. Да ты что, серьезно? Все нормально? Все нормально, все в порядке. Артем, ну ты что, я себя даже неудобно чувствую. Все нормально? Я прям... Блин. В такие моменты вы уже сами понимаете, что вот в глубине души где-то вас ёкает. Ёкает и нехило. Когда люди вот так встречают человека, который занимается просто подборами автомобилей, ремонтирует их. И люди смотрят это. Как ты думаешь, зачем мы сюда приехали? Ну, и такой контент, как у Ильдара, он нравится многим. Я уверен, многим публика просто в восторге от того, что он делает. Мне он тоже очень нравится. И Слава, и все операторы, и сам Ильдар Татарчонок. Вот, молодец, Ильдар. Я просто не знаю, как до тебя докричаться, чтобы выразить тебе огромную благодарность за то, что ты делаешь. Ты молодец. Ты топовый просто блогер, я не понимаю, почему у тебя так мало подписчиков. Наверное, потому что они честные. Они не те, которые накрученные, как у остальных блогеров, а именно честные, те, кто смотрят твой контент прям вот с восхищением. И публика, я уверен, это не малолетки какие-то, а взрослые люди, так как и я. Я на год тебе постарше, как бы, но мне нравится все, что ты абсолютно делаешь. Молодец, Эльдар. Продолжай в том же духе. Ни в коем случае не забрасывай это дело, потому что у тебя это получается просто топово и отлично. Спасибо, что ты есть и радуешь нас своими роликами. А вот этот ролик прям был, ну я не знаю, один из лучших роликов, которые у тебя есть. У тебя все ролики классные, но этот был один из лучших. Не останавливайся. Продолжай в том же духе. Ты молодец.
Чтобы ты понимал, на момент, когда мы его забирали, мы уже точно знали, что мы будем отдавать его тебе. Мы должны были это сделать уже давным-давно, еще в феврале этого года. Как бы ты не удивлен, что у нас есть твой номер телефона, мы знаем, где ты живешь. Можешь передать привет своему другу Глебу, которого я ни разу не видел, но с которым мы очень плотно общались.